Гагиев Сармант, Андрей Уланов со мной на послематчевом интервью. Парни, привет. Здравствуйте. Ну что, первый вопрос тебе. 5-0. Как так вышло? Почему? Слушай, я думаю, что это просто подзавелись. Начали меньше футбол играть, больше лаяться. И это, конечно, дало свои плоды. Ну, то есть, кстати, вот споры буквально с первых же минут дали свои плоды. Ну, я думаю, да. Так-то играли, на самом деле, более-менее равно. Ну, плюс не реализация, у парней получше реализация. Забей мы там 2-3% в начале. Я думаю, там уже по-другому бы развернулось. Но имеем, что имеем, как говорится. Что будете делать с реализацией Гагиева? Когда он, сколько там моментов? 6, наверное, не забил с пустые ворота? Ну, слава богу, что хотя бы что-то забил. И вообще, сегодня парни молодцы. Сегодня я не успел на установку предматчевую. Все прекрасно понимали, что у нас сейчас мы максимум то, что могли потерять в первом круге, уже потеряли. И нам уже ни в коем случае нельзя терять очки. Но это мы, по крайней мере, так хотим, так планируем. И еще получилось так, что я подвел пацанов, получил дисквалификацию ненужную. И я думал, сегодня будет сложно без меня. И слава богу, то, что получилось так, то, что не только Тамулик забивал, но и Заур, и Рома, все сегодня. У всех сегодня получилось. И я думаю, и со стороны мне сегодня урок большой, то, что я, допустим, если бы я сегодня был в игре, и после незабитых первых моментов, которые с нашей стороны были, я начинаю после таких моментов заводиться. И опять бы чуть-чуть сбил бы пацанов с толку. И слава богу, то, что получилось так, как получилось. Ну да, сегодня вот прям Алания выглядела хорошо, без каких-то вот внутренних конфликтов. Был вопрос, на самом деле, но как будто бы резко вылетел из головы, а вспомнил. С чем связано вот ваше плохое начало вот этого вот сезона? Сначала потерянные очки, потом поражение. Да почему оно плохое? Ты видел прошлый сезон, как мы начинали? Честно говоря, нет. Посмотри в таблицу. И там все, поймешь, что это не так плохо. Ну вот. Хорошо, с чем вообще связан этот результат? С составом как-то? Или еще какие-то проблемы есть? Да слушай, сыгрываемся потихоньку. У нас просто много, ну как много. Костяк-то остался, наверное, но пришли ребята. Немножко перестраиваемся, стараемся больше в футбол играть. И, ну как бы сейчас только вкатываемся. Как в прошлом году второй круг, как дадим бы, будет все нормально. Да нет, все хорошо, главное, чтобы парни не расстраивались, ребята, не расстраивайтесь, все будет хорошо. Мы свою игру нащупаем, дощупаем, ну и начнем разрывать. Что нужно команде, чтобы зацепиться за чемпионство? За чемпионство, да? Ну, как понять этот вопрос? Ну, что нужно прибавить коллективу, чтобы вот прям подняться на первую строчку? Ну, по крайней мере, вот такие игры выдавать. Я же говорю, плюс-минус у всех проблема одинаковая. Когда эмоции берут вверх, команда начинает проигрывать. То есть посмотреть наши матчи проигранные. Мы сами их отдали. Ну, это тоже я утрирую, ну, сами получается... отдали, просто морально эмоции взяли вверх, и мы уже теряли концентрацию, и поэтому проигрывали матчи. Я думаю, если будут вот такие матчи, как сегодня, вот такие это примеры для нас, то я думаю, и стабильность на протяжении всего сезона, самое главное стабильность, то я думаю, любая команда может претендовать на чемпионство. Здесь прям явно выраженных фаворитов, ну, как по мне, нету. То есть здесь опять идут такие качели. Там аутсайдеры могут выиграть фаворитов на данный момент, которые и то же самое наоборот. Поэтому самое главное – это стабильность. Кто на протяжении сезона, опять же, будет стабильным, тот и займет призовые места. Спасибо большое за интервью. Удачи вам в сезоне и пока. Спасибо.